Я твой муж и имею право делать с тобой все, что захочу. Поняла? Поняла меня? Ты же мусульманин и знаешь, что ислам против унижений и оскорблений. По шариату ты не имеешь права поднимать руку на женщину. Силен не тот, кто побеждает в борьбе, а тот, кто управляет собою в порыве гнева. Всевышний не любит тиранов. Если вас кто-то унижает, оскорбляет, а тем более бьет, сабр неуместен. Никакие традиции не оправдывают домашнее насилие. Если муж бьет жену, а родственники отказываются принимать ее обратно, они совершают большой грех.